Пойдем помогать мне. Мне кажется, ты мне мешаешь немножко. Короче, друзья, буквально через несколько минут начинается занятие в моей школе питерского футбола. Для тех, кому непонятно, почему я открыла школу футбола, я создала телеграм-канал, в котором буду от первого лица говорить об этом своем виде деятельности. И вообще, вы знаете, по жизни нужно ничего вообще не бояться. И если вам хочется, то делать. Ошибиться можно всегда, ничего страшного не будет, пробуйте все новое и вообще ничего не бойтесь, у вас жизнь одна. Вот я ничего не боюсь, захотела школу футбола, открыла школу футбола, поехали, у меня первое занятие, и, в общем, я вас жду, самых смелых, в школе футбола. Не надо говорить, что это, ух, неинтересная игра, классная игра, а спорт это вообще классно.